Человек с никнеймом Яким. Большое спасибо за донат. Текст доната. Здоров. Тут у одной известной гитарной школы вышел коллаб. Интересен будет твой профразбор. Спасибо большое. Слова, как говорится, в любом случае приятные, что разбор интересен. И давай же тогда удовлетворим твой интерес. Всем привет, с вами Кирилл Сафонов, я, мои коллеги по Guitar Science, наши ученики. Кого? С радостью представляем вам... Ну мы не знаем, сейчас может годнота пойдет просто 17 коллаб минут. Коллаб нашей школы. Наш предыдущий коллаб вызвал немало интереса у аудитории. Наряду с концертами Guitar так, Science... Так, что там вообще закинуто-то? Это являются лучшие демонстрации и результаты нашей работы, работы нашей... Закинуто 5 сатык к 100. Всего лишь... То есть, ну типа мы 16 минут не позырим тогда или что? Студентов. Наши студенты действительно играют на гитарах. Ну давайте, да, и позырим 8 минут, типа, и кому будет интересно, закиньте еще досмотр. Получают от этого удовольствие, приобретают серьезные хобби на всю жизнь, а некоторые даже это монетизируют. Ну хотя бы посмотрим нормально, честно. Вот сейчас увидите наш новый коллаб, где... А некоторые, представляете, наши ученики даже деньги зарабатывают. На определенную минусовку. Каждый преподаватель, каждый ученик, собственно, наиграли свои соло, а то есть они сами это сделали, то есть по факту это коронная импровизация, так называемая. И мы все это дело склеили в одно целое, а кое с кем мы даже это записали вживую прямо здесь. Смотрите наш гитарный коллаб, который без преувеличения один из лучших, если не самый лучший в русскоязычном пространстве. Что настоящий? Вот, ну и кто хочет научиться играть так же клево, записывайтесь к нам на обучение. Так же клево, давай! Оставляйте заявки на сайте, никого не оставим без внимания. Ух, сейчас будет. Это один из самых лучших, между прочим. Ну, знаете, сыграно хорошо, звук немножко. Сейчас самый лучший сделаем. Сейчас найдем. Вот этого не хватило до самого лучшего. Ну, слушаем, как сделали, извините уж. Женская футболка одобряю. Не, играет чел, что надо. Ну... Бля, ну реально давайте сделаем прям. Минус 200, минус 500, примерно. Просто микс глухой весь прям. Хоть приятно послушать будет. Это ученик типа, да? Это чё, блядь? Это прям вот ученик, ну, выставленный как вот, ну, гордость, да, типа, прям рядом с учителем стоит, как вот его прям... Ну, опять же, сам Кирилл играет что надо, базару нет, но, судя по всему, пока что, как учитель, он себя не оправдывает абсолютно. Если, конечно, этот чел 2 дня играет. Играет гораздо, конечно. То есть, типа, много каких-то вот прям некрасивых моментов у него в игре, потому что есть. У этого пока ритмика скучнее. Зато он какие-то приколы сделал там с рычагом. То есть вот такой вот какой-то вот. Вот вроде что-то вот движение выучил, но. Стоп! Не, хорошо. А вот это хуёво прям. Хам-хам-хам-хам-хам-хам-хам-хам.
Ну, такой звук у них, кстати, на самом деле, если что, если вдруг кто забыл, что вообще-то Моисей тут все спасает. Анастасия Сидякина. Клевая идея, да? Вот, смотри, подписать не видео с учениками, а большой гитарный коллаб, да, типа, а? Хорош! Тут такое не очень было. Выбор нот прикольный, красивый. Неплохо вроде. Может, не безупречно, но хорошо. Ну, норм, восторга нет, но норм, да. Концовочка по-разному. Хорош, хорош. Вот это пиздатый гитарист. Сука, а? Аж у тебя тело завибрировало. Заебись играет человек, вот это. Блядь. Это пока лучший. Вот это менее, ну, типа, лучше, чем у другой кого-то или другого. У кого мы уже слышали вот такую проходку, но все еще, да, то есть, ну, это, конечно, слабее преподавателя гораздо. Преподаватель тут прям, да-да. Разъебал на классе. Сколько лет они играют, бы еще показывает. Прям отстойный просто вибратыч был. Вибрато у него просто ужасное. Вот хорошее было, да. Че, хер с вами посмотреть, что ли, до конца? Звук еще такой, кстати. Где-то тихо даже слышно, мне кажется, что-то. Ну тут братишка скучно играет. Но зато... Очень скучно, но нормально. По технике.
наверное, они все вот бывают, что играют хорошо, но почему-то научить не могут нормально. Я наоборот. Но я гитару-то особо не преподаю. Честно, но почему-то меня не так торкает, как вот предыдущий преподаватель, имени запомнил. Как зовут господином? Зураб Сиситашвили. Зураб, да, Зураб. Вообще, да. Зураб тут порешал пока. Ну, видите, есть приятные моменты. Но меня вот этот мизинец, честно говоря... Смущает такой сжатый. Может, я раньше промотал, но ладно, понял. Прикольно. Просто эти три пальца гигачеда, этот такой: убейте меня, я не нужен, я никчемный. Но это уже странно. Вообще неплохо. И ученик, блядь. Вот как горится, ребята. Ой, фу. Фу, нафунял-то как. Насрал в гитару человек. Самое обидное, что есть явно какой-то и там и способности, и талант, и что вот. Короче, главное, что он их научил, это не делайте гитару в миксу слишком громко, чтобы не палить, как плохо играть. Досмотрим, ребята. Я сейчас из... Кто хочет, если фонд накинуть 5 садык еще сверху, ссылочки на донат всегда вас ждут в описании, если вам понравилось, было интересно и полезно. Но, ну ладно, просто для образовательных целей так и быть, не смотрим. Ну или палтишок мне на пиво, да, там, в благодарность. Тут и в миксе, не пойми. Так. Специальный гвоздь. Знаем вроде его. Ну, слушаем в любом случае, объективно. Нормально. Ну, вибраточек, как минимум, вроде ничего такие, да? В миксе потерялся. А ну-ка секунду, я сейчас вырублю вот этот свой эффект сейчас. Я не знаю, он умеет только вибрато делать, по-моему. А, сглазил. Хуя. Наскучным и не цепляет, да, как у Зураба. Диким от души, спасибо.
этот вибрато понос вообще полный. Это кошку кто-то раздирает. Сделаю звук такой опять. Обучили человека хуй пойми как или что это такое. Ну, с пивом пойдет, типа, плюс сюда там хотя бы есть какие-то вот эти вот, типа, мимические приколы. Это, фу, блядь. Так, я отлить пойду сейчас, секунду. Не отлил, занято. А это был преподаватель. Ну, опять же, мы видим. Что, скажут, что меня купил этот, типа, Зураб, или что, я не знаю. Ну, блин, я виноват, что кроме него никто не играет. Причем он, его ученики тоже не то, чтобы прям, ну, супер мочат. Каша у всех получается такая, хз. Не знаю, ребят, если вы этого не чувствуете, ну, соболезную очень сильно. Но сейчас еще раз переслушаем Зурабом. Просто чтобы, я надеюсь, вы вот тоже... Я постараюсь обратить ваше внимание, и надеюсь, вы тоже заметите, о чем я говорю. Сидишь... Ну, зато гитар, да, 10 тысяч. Спасибо большое. Это ничего вроде. Но... Да. Минимум чувство есть у человека. Вибрато хорошее. Возможно, одна из самых музыкальных, типа здесь соло. То есть этот чел... Он, может, не самый техничный, но, наверное, один из самых музыкальных из тех, кто, ну, неплохо играет. То есть он именно вот и душа, и техника есть. Классный. Вот медленные, прям, смотрите, учиться вкусные медленные штуки, это вот к этому господину идти. Ну, прям... Ох, блин! Брат, отстойная здесь.
Ромашова. Это сразу с нулевой. Мастер восьмых, а его не пригласили, что-то не знаю. Самый лучший коллаб, если что, смотрим по версии создателя этого коллаба. Вся гитара трясется, все трясется. Ну это, опять же, здесь еще меньше техники. Зато вот вроде там вкусный выбор нот какой-то есть. Итак, еще раз смотрим внимательно. Смотрим, слушаем, главное. Просто... Спасибо большое. То есть здесь просто 2 секунды, и все. Ты уже как бы, ну... Все понимаешь, что все, пошла жарища, наконец-то. Супер чисто. Прям супер, так прям приятно слушать очень. Это понимаете? Это так сыграно. И обратите внимание, не кажется, что он очень там выглядит как-то, ну, что ему тяжело это, да, сделать? То есть у него все движения абсолютно плавные, спокойно выглядят. А он при этом делает, ну, невероятные вещи, на самом деле. То есть, опять же, слово о том, что есть то, что выглядит сложно, а есть то, что... На, блин, просто каждая, здесь каждая деталь идеальна, если вслушиваться. Просто вот он прям, он же это руками еще делает, там, без педали, без всего. То есть, опять же, он знает, как... Вау! То есть, она здесь типа именно такое вот, как будто странноватое, но оно прям в тему идеально просто ложится сюда, да? То есть, опять же, можно сыграть типа и как бы чуть-чуть неправильно, но главное, как оно в контексте лежит. Подходит ли оно песне? И вот это, типа, нужно как-то чувствовать. Я не знаю, как, вот, как это передать. Как дать людям понимание это? Прям, ну, вот чувствуешь, кайфуешь просто. Это вот, вот это нужно чувствовать, я не знаю, как. Он меняет прям интонацию каждый раз этой ноты. Делает ее вот прям... То есть ты думаешь, ну уже круто, а он тебе на еще вот тебе вот... Просто вот она прям... Ух, блин. И поливом тебя добивает просто. Все, то есть просто вот от и до, типа вот, это называется как бы, пришел, разъебал, пошел дальше. Смотрите, вот с самого первого и до самого последнего просто момента. Вот это легенда, остальные здесь, ну как бы, к сожалению...
Слабее. При этом мне, если честно, вот как ученики именно, даже не то, что как играют, но хотя бы что они играют, да, типа ничего интересного вот у этого вот мужичка. То есть он сам тоже довольно хорош, типа и техничен, и, ну, типа прям вкусные такие вот у него нотки. Ученики почему-то у Зураба как-то слабее играют. Ну, то есть не то чтобы слабее остальных, но типа... Как-то вообще непонятно вот они, да. Может, он не очень объясняет. Ну, вот такое мнение. Надеюсь, было интересно. Спасибо большое за донат. Такие пироги.